Подстаканники Roxy Kids пригодятся активным мамам, которые много гуляют с коляской. В них можно разместить детскую бутылочку, поильник или даже стакан кофе. Эти аксессуары достаточно универсальны и легко крепятся на ручку любой коляски. Подстаканники представлены в двух моделях – Classic и Mayflower. Первый вариант имеет лаконичный дизайн. Чтобы зафиксировать пластмассовое крепление на стакане, нужно вставить его в специальное отверстие и надавить до характерного щелчка. У этого подстаканника есть выступы из термопластичной резины, которые удерживают бутылку и не позволяют ей упасть. Подходит для поручней разного диаметра, его лишь нужно плотно закрепить. Второй вариант выглядит необычно. У него несколько пластичных лепестков, которые помогают удержать любую емкость. Крепление также съемное. Зафиксировать его очень просто. Вставьте шарик в отверстие и закрутите гайку. Такая форма крепления делает его подвижным и позволяет расположить емкость практически под любым углом. Оберните ленту вокруг поручня и закрепите ее при помощи липучки. Специальная подложка из термопластичной резины не позволит поцарапать ручку. Подстаканники удобны в любой ситуации, когда нужно покормить или напоить малыша на улице, когда вы берете с собой бутылку воды в зной или стакан чая, чтобы согреться.